Зай, скажи громче, сделай громче. Снарядов нет, и я вылезти не могу. Потрясающе. А танк уже приехал, кстати. Я прячусь. Давай я толкну тебя, может. Лети с вами, сними меня. А попробуй ее загрузить. Попробуй в этот, в машинку в эту, в полуторку, не полуторка, а, господи. Полуторка? Вивис. А, Вивис. Можно загрузить в каргу. Он может пропадет. Я здесь сменю сил в нее. А. Да просто подъедь и все. Она может загрузиться. Что ли делать? Она уже стреляет. Она уже, да. Ну, не в нашу сторону. Так, меню. Возвышенный, так, я вот вдвоём. Надо, наверное, ближе подогнать, сейчас перегоню. Вести вдвоем. Шикарно, да, у нас самолёт не открылся? Куда ты потащил? О, пилот, где самолет? Самолет не открытый. Понятно. А медика, медика! Что ты истекаешь кровью? Я в атаку не надо. Не истекай кровью. Выйди в книгу. Да ё-моё, теперь я не могу выйти. Все, гружу в этот Виллис. Что значит используется? Кто здесь использует его? Ты я. Используешь? А. Загружаешь? Да нет. Танк выехал, кажется. Прячься. Ой, нафиг. Как ты здесь оказался? Отменил. Харма. А попробуй этот фикс-пак сделать. Не работает? Посмотрим. Или я, перезайти. Я, кстати, не забыл о нем. Вот. Hey, wake up. Район аэропорта нельзя просто выходить за большие границы, там чуть-чуть подальше. Карыч! Карыч! Там ПТР, да, чем делать будет, да? Он видит, да? Там тоже видно. Ну чё? Как? Помогло, нет? Нет. Убегай тогда. Прячусь в ёлку. Где Карыч? Карыч пошел на обход делать. А, понятно. Так, ну-ка, может, тут какие-то есть.
Ёж твою. Кого-то убило? Нет. Тащу. Из-за куда меня он? Помрешь. Ты куда еще из-за? Странно. Залагал, да? Да, вернулся обратно. Хедлак. Так, а я не могу только стабилизировать, у меня что? Смотри пока, хедбак, я в принципе должен же уже как попроснуться. Странно. То есть я в состоянии нормальном. Странно, у меня видите на читание. О, все, хорошо? Все, да. Боль пропала. Ты бля, кого мог? Где там банзай? Банзай, ты еще в руки, да? Он еще залаганный. Ладно. Уходи, тут танк катается. Да я вижу. Сейчас еще пехота придет, будет весело. А ты видел, откуда пехота идет? Не знаю, не видел. Я говорю, что она может прийти. Понятно, если они не заблудились. Тут хорошо забор по периметру, они так просто не пройдут. По тебе или по мне?
что же это такое? У тебя винтовка или автомат? И винтовка, и автомат. Ну короче, они прям вот на 30 бегают на пушке. На сколько? На 30. Угу. Я думаю, когда они ангары начнут защищать, можно будет работать. Ну тебе можно работать и сейчас. А у меня автомат. Я не вижу никого вообще. Пока не вижу кого. Полечить? Да, не надо, еще успеешь. Ага, вижу. Он дымак кидали. Да. Я там видел лес один. Выглядывал. Я убежал обратно. Сейчас бы к нам слева в танк не заехал. И Карыч где-то просрал ПТР, да. Да. Леса МПшка долбит. С 20.
танк на 320 заедет, нам надо будет отсюда сваливать. Куда? Ну вот по звуку он сейчас на горку скарабкается, чтобы все видеть. Так, и что, мы куда вот отступать будем? Не знаю, куда-нибудь надо. Ну, он нам сильно не поможет, он забор не поломал, они здесь не пройдут. Флайер он закатился. 330 на горе. Ну все, нам танки. Что-то едет, слышишь? Угу. Виллис наш. Вау. Не шарить. Угу. Пацанам навели синуар. Да. Я не знаю, по мне какие-то пули прилетают. Я в ответку. Пацан, который хотел тащить другого пацана, его убили. Зараза на горе стоит. Кто там, он горы свой, нет?
секунд. Вроде свой офицер. Че? Ты морфин себе кого? Нет. Разреши. Там возле, да, разрешил. Короче, возле этой диспетчерской стекляшки бегают. МГшка. Я ее шуганул, но это нам понадобится. Не знаю. Видимо, может, доложили, что убили с направления. Все, машина. Только мы сейчас, по-моему, закончимся. Он так на подавление стрелял. Чем? Винтовкой? Ну, он пулемет свой танковый понадобил. Что-то я не думаю. Может, конечно, да. Ой, он едет по этой, по бетонке. Там за ним бегает. Бежит пехотка. 3 человека. Сейчас с этой стороны надо, наверное, выплюнуть. Сюда. Непонятно, ки... Я не пойму. Зушка по ним работает. Да. А чья зушка, наша? Или нет? По танку пулемет, а тут же, значит, зушка наша. По крайней мере, за танк бьет пулемет наш ДП. И танк больше не едет. Может, это проверить? Танкисты выбежали, они черные какие-то были. Да-да-да, кстати, это были танкисты, мне кажется. Ну, как там долго без движения стоит. Там он, где елка, кто-то лазит. Какая елка? Рядом с танком? Это левее, правее этого радара. Видишь елочку? Вижу. Растут от радара кто? Справа. Да вижу, вижу, да, вижу, да. Вижу, вижу, сидеть. Стрельнуть? Оттуда этот, гивер работал, по-моему. Да? Хорошо. Пока хватит. По-моему, не долетали пули.
200 максимум. Не, ну у меня 300 стоило, я не понял. По-моему, не долетало. Ой-ой, по нам. Вот это МГшка. Да. И везуха по нам, да? Может, не по нам? Может, нас за спины обходят? Я думаю, трассеры... да, по зеленке долго, наверное, там враг. Так, а наш ёлочный, где этот кивер? Как-то они бездарно танк просрали. А перед танком куст или это человек? Там бежит от радара налево бежит кто-то через зеленку. Так. Прилег кто-то по танкам. Сел. Вышел. По-моему, слушай, наш. Вау. По нам. Да. Я раненый. Тебя ранен? Бежать. Да. Есть? Я вижу, что я вижу. Блин, запнулся об эту опору и встал. Так, все вроде нормально. Но зушку, если не наша, то это плохо. И проверять мне как-то не хочется. И отступать некуда. Там же забор, а низины нет сзади. Опять там бегает чувак, ёлки. Ага, вижу. Темно-зеленая. Это грязная этот. Ах, форма да? Немецкая. Похоже. Еще. Бежал. У нас она такая совсем яркая, зелененькая, а у них такая оливковая. Там их двое, кстати. Слушай, Зушка, по-моему, по нашим позициям, да, работает? Угу. Можешь иметь сюда по ангарам нашим здесь, который, да? Нет, туда я не видел. Туда я не видел, что пролетал. Ладно. Сейчас по нашим позициям работали перед кустами, да.
Лечусь. Не в удачном месте. Сейчас она взорвется, эта хрень. Понятно. Да, она сама. Так. Маша, неужели? Че? Чечни. Блять, я своего.